это Кристоф Сотниекс. Какая классная передача, выход 1-0, и пожалуйста! Микелис Редлих со второй попытки делает счет 1-1. Через всю площадку и проспали, проспали. Игроки Металлурга. Не успел тут Захар Арзамасов за Микелисом Редлихсом. Ну и красиво принял шайбу Редликс. Ну и бросил на неудобной высоте. И что? 2-1! Вот это да! 2-1. Не успели мы даже посмотреть, как развивалась эта комбинация. Вот сейчас повтор. Посмотрите вновь. Классно. Находят рижане друг друга при входе в зону. И Марсел Хоссе расстреливает Тейму Ласилу. 8-я шайба Хоссе за динамовцев.